Всем привет! Продолжаем играть и размышлять. Играем Fallout 2. Размышляем мы по... не размышляем, а я знакомлю вас с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И сегодняшняя тема – продолжение предыдущей. Предыдущая – это классы, основы классов, абстрактные типы данных. Ну и сегодня мы начнем... Точнее, продолжим. И продолжим с преимуществ использования абстрактных типов данных и так далее. Сначала я загружусь. Кстати, здесь уже так вроде бы покрасивше прорисовано все. То ли здесь побольше просто уже объектов, то ли. То ли. Так, короче, я тут сейчас побегаю. Поспрашиваю, что как. Как, у кого это, что у нас такое? Это таверна. Таверна какая-то. Да, таверна, ага. Видим старика с большим красным носом. Алкаш, походу. Виски Боб. Меня зовут... Так, угостишь меня выпивкой? Я на мели сейчас. Что ж, ах ты, блин, жлобяра. Ладно. Конечно, Боб угощу. Так, угостил. О, и теперь он подвыпил и говорит, можешь ли ты мне помочь? Хорошо, что мне надо сделать? Небольшой левый бизнес. Барыжишь, значит. Так, меня сильно укусил за ногу Гекка, и я просто физически не успею добрать, прежде чем предыдущее топливо выгорит. Что надо сделать? А, есть самогонный аппарат. Подкинуть дров. И туда сейчас пора снова подкинуть дров. Хорошо. Звучит не слишком сложно. Все, что нужно сделать, это найти небольшую хижину. Прямо к югу от города. Зайди в нее и брось в топку самогонного аппарата несколько поленьев. Затем возвращайся сюда за деньгами. Нужно это сделать не позже завтрашнего дня. И всего-то ладно. Иначе брага перезреет. Хорошо. Ладно, потом поговорим. А где мне дрова взять? Он говорит, подкинь дровишек. Тут закрыто. Дровишек, может... О, может я там где-то и найду эти дровишки, да? О, это ж все можно попродавать. Так. Лежит тут бесхозное все. Это что за ребенок стоит? Ты меня пугаешь, офигел? Я в такой модной этой спортивке. С номером 13. И ты еще и боишься меня. Ладно. Так, что у нас тут? Сейчас я тут быстро... О, пули и пушки возьмем, но почитаем потом, потому что на чтение тратится время, а тут он сказал, не позже завтрашнего вечера ему надо помочь. Это что? Плита? Горшок? Ваза? Да, хорошо, только где мне... Куда мне идти? Так. Так, сейчас, ладно. Покусал его и... А где мне его найти? Так. Секундочку, сейчас я подумаю. Может быть, вспомню. Так.
В охотничьи угодья. Блин, а где эти охотничьи угодья? Вот это, наверное. А, да, вот охотничьи угодья. И тут где-то этот. Тут, наверное, где-то этот аппарат, что ли? О, блин, начинается. Какие у меня характеристики? Легкое оружие. Легкое оружие. А без. А, холодное оружие. Блин, рукой бить придется. А, вот, походу, я понял. Так, что мне делать? Я попробую сохраниться. Я не уверен, смогу ли я их побить. И возьму, наверное, нож. Так, ладно. Пусть он сам ко мне идет. Ну да ладно, продолжим. Преимущество использования абстрактных типов данных. Проблема не в том, что специализированный подход – это плохая методика программирования. Просто вы не можете заменить его на лучшую методику, преимущества которой описаны ниже. Ну, то есть не ниже, а для вас далее. Далее. Нормально он у меня жизни снял. И я так всех побить вряд ли смогу. Итак, возможность сокрытия деталей реализации. Сокрытие информации о типах данных шрифта подразумевает, что при необходимости изменения типа данных вы сможете изменить его в одном месте, не влияя на всю программу. Не влияя на всю программу. Например, если вы не скроете детали реализации в абстрактном типе данных, то при изменении одного вида представления, к примеру, как мы в прошлый раз говорили, там полужирного шрифта на другой, вам придется изменить каждый фрагмент кода, в котором задается полужирное начертание. Сокрытие информации защитит остальную часть программы. И в тех случаях, если вы решите хранить данные во внешнем хранилище, а не в памяти, или переписать все методы, выполняющие операции над шрифтами, на другом языке. Ограничение области изменений. Если вы захотите разнообразить шрифты и реализовать для них дополнительные операции, такие как переключение на надсрочный шрифт, перечеркивание и так далее и тому подобное, вы сможете изменить один фрагмент кода, и это не повлияет на остальную часть программы. Более высокая информативность интерфейса. Код, который, ну вот, мы обсуждали в предыдущем видео, ну там был такой пример, типа current font и точечка size. Точечка size — это член класса, да, там current font. Так вот этот current font точка size, то есть точнее член класса size, неоднозначен, так как число 16 может определять размер шрифта и в пикселях, и в пунктах. Контекст об этом ничего не говорит. Объединение всех похожих операций в абстрактные типы данных позволяет определить весь интерфейс в терминах пунктов, в терминах пикселей, или четко разделить оба варианта, помогая избежать путаницы. Так, сохранюсь, пока у меня дела вроде идут неплохо. Давайте я их по очереди всех поубиваю. Итак, далее. Легкость оптимизации кода. Для повышения быстродействия операций на шрифтах вы можете переписать несколько четко определенных методов, а не блуждать по всей программе.
Легкость проверки кода. Нудную проверку правильности команд вида current font атрибут равно, ну, в предыдущем этом мы обсуждали, да, там, к примеру, если характеристики, там, жирный или нежирный шрифт хранятся в переменной, и все это мы делаем с помощью битовой логики. По битовой логике там устанавливаем и все такое. Так вот, проверку правильности всех этих команд, всех этих участков кода вы можете заменить более простой проверкой правильности вызовов current font set bold on. Ну, то есть вот такой функция, которая и будет устанавливать шрифт, ну там, в жирный, да, там. И это будет происходить только в одном месте. Соответственно, если где-то будет некорректная обработка или работка, ой, блин, некорректная обработка или некорректная работа, итого, мы можем это все проверить и модифицировать только в одном месте. Соответственно, гораздо легче можно это все сделать. Далее, удобочитаемость и понятность кода. Если мы задаем все это с помощью, то есть абстрагируемся и создаем функции, там, ну, методы там, в других языках, то, к примеру, та же функция setCurrentBold, currentBoldSetOn, ну, типа установить шрифт в жирный, гораздо больше дает нам информации, нежели набор каких-то операций с побитовой, с побитовыми операциями. Вот, соответственно, ну, гораздо больше информации. Удобочитаемость кода возрастает. Так, что-то у меня тут не заладилось. Ладно, давайте его попробую убить. Попробую я ножом. Но тут, блин, 5 очков действий. Классно, я его ударил. Ограничение области использования данных. В только что представленных примерах, ну, в примерах мы обсуждали, а вот члены классов там current font, и, точнее, объект current font и члены классов там size, жирный он, не жирный. Так вот, вот эти вот примеры. То есть для того, чтобы изменить характеристики шрифта, эту структуру нужно изменять непосредственно. То есть мы непосредственно обращаемся к объекту и непосредственно меняем внутренние данные. Ну, то есть члены этого объекта. Вудфилд, Денсмор и Шен, какие-то товарищи, провели исследование, участники которого, аспиранты и студенты старших курсов факультета информатики, должны были ответить на вопросы о двух программах. Одна была разделена на 8 методов, а вторая, ну, в функциональном стиле, а вторая на 8 методов абстрактных типов данных. И студенты, отвечавшие на вопросы о второй программе, получили на 30% более высокие оценки. То есть, а вторая часть это как раз вот использование, то есть работа с объектами с помощью не функционального программирования, а с помощью вот понятия абстрактные типы данных. То есть, когда у нас есть функции, название функции нам говорит, что она делает, то есть дает общее понятие, но всю реализацию мы не видим, то есть она как бы скрыта уже в самой функции. Так вот, по поводу жда. В представленных примерах наш объект, вот этот current font, нужно было изменять непосредственно. При использовании абстрактного типа данных нам не пришлось бы не передавать
в методы этот объект, ни превращать в глобальные данные. Абстрактный тип данных просто включал бы структуру, содержащую данные current font. Прямой доступ к этим данным имели бы лишь методы из состава абстрактных типов данных, но не какие-то не было другие методы. Так, что-то я вижу, у меня назревают проблемы. Походу, надо использовать мою старую тактику, когда я играл в Fallout. Вычислить, сколько у него ходов, подпускать его, делать пару ударов. А, ну попробуем вот так вот. Один удар сделал, отошел. Нормально, вот. Делаю один удар и отхожу. Ловкость позволяет. Таким образом, в принципе, я могу его побить. Ух ты, откуда это? Как это у него получилось меня ударить? Да елки-палки. Ну это вот такой же модный гек. Давай, давай. Что-то дела не очень. Да что ж ты будешь делать? Да вот падла, уворачивается. На тебе. Да, так долго можно бить. Но, по крайней мере, это пока на данный момент самый эффективный способ. Так, ой-ой-ой. Ну ладно, идем дальше. Возможность работы с сущностями реального мира, а не с низкоуровневыми деталями реализации. Ну это преимущество, да, абстрактных типов данных. Абстрактный тип данных позволяет определить операции над шрифтами так, что большая часть программы будет сформулирована исключительно в терминах шрифтов. А не доступа к массивам, определений структур или значений true или false. В нашем случае в абстрактный тип данных можно было бы просто включить методы. Set size in points, set size in pixels, set bold on, set bold off. Set italic on, set italic off, ну и так далее. А чё у меня жизнь уменьшается? Меня кто-то уже бьет? Блин, какой же он тугой. Он тяжело раненым, но он еще не при смерти. То есть бывает же он еще при смерти. И фишка в том, что надо бить его еще походу долго. И по 2 очка здоровья маловато. Так вот, вот эти методы, что я сказал, они были бы короткими, и, пожалуй, они напоминали бы код, приведенный при обсуждении специализированного подхода к управлению шрифтами. Ну, мы там типа обсуждали вроде как. Различие двух подходов в том, что, используя абстрактные типы данных, вы изолируете операции над шрифтами в наборе методов, который предоставляет вот этот набор остальным частям программы, работающим со шрифтами, улучшенный уровень абстракции и защищает остальной код от изменений операций над шрифтами. Сейчас этот гекко выглядит при смерти. А, это как раз вот этот золотой гекко, да. Надеюсь, тут нету никаких. Сдохни. Сейчас ударит. А, нет. Ну, другие. Давайте рассмотрим другие примеры абстрактных типов данных. Допустим, вы разрабатываете приложение, управляющее системой охлаждения ядерного реактора.
Системой охлаждения ядерного реактора можно было бы работать как с абстрактным типом данных, определив для него такие операции, как получить температуру, установить, ну, получить температуру, там открыть и что-нибудь, да, там, чтобы охлаждать, закрыть, то, что, типа подачу охлаждения и так далее. То есть это такая абстракция. Как она на самом деле реализована, это уже все скрыто. Это уже все скрыто. А мы просто работаем с абстрактным типом данных. Конкретная реализация данных зависела бы от конкретной среды. Остальные фрагменты взаимодействовали бы с системой охлаждения при помощи этих методов и могли бы не беспокоиться о внутренних деталях реализации структур данных и о их ограничениях, изменениях и так далее и тому подобное. Ну и более того, это все можно было бы вынести даже в отдельную библиотеку, а и библиотека могла бы быть написана на любом из языков, ну, который способен там компилятор или этот способен создавать библиотеки, то, соответственно, мы бы имели просто название методов или функций. А на чем была бы написана эта библиотека, нас бы уже особо и не волновало. Ну, сейчас, к примеру, я приведу, ну не я, это Стив МакКоннелл приведет еще примеры абстрактных типов данных. Ну, к примеру, система регулирования скорости. И какие операции можно было бы для них определить. Ну, как я сказал, да, система регулирования скорости. Это у нас задать скорость, получить текущие параметры, восстановить предыдущее значение скорости и отключить систему. Ну, еще один пример. Кофемолка. Включить, выключить, задать скорость, начать перемалывание кофе, прекратить перемалывание кофе. Топливный бак. Заполнить топливный бак, слить топливо, получить емкость топливного бака, получить статус топливного бака. Список, такой есть абстрактный тип данных, как список. И операции. Инициализировать список, вставить элемент, удалить элемент, прочитать следующий элемент. Фонарь. Включить фонарь. Выключить фонарь. Стек. Тоже есть такой абстрактный тип данных. Стек. Инициализировать стек. Поместить элемент в стек. Так, давай, подходи. Извлечь элемент из стека и прочитать верхний элемент стека. Так, получается, я тут буду бегать. Так, один удар, отбегаю. Далее вот еще одни примеры есть. Ой-ой-ой, заговорился, надо убегать. Система справочной информации. Какие операции для нее могут быть? Добавить раздел, удалить раздел, задать текущий раздел, отобразить окно справочной системы, уничтожить окно справочной системы, отобразить указатель информационных разделов, вернуться к предыдущему разделу. Меню. Например, такой тип, да, как меню. Создать новое меню, уничтожить меню, добавить в меню новый элемент, удалить элемент меню, активировать элемент меню, деактивировать элемент меню, отобразить меню, скрыть меню. Ну, тут еще есть примеры, я сейчас еще один зачитаю и все. Например, это файл. Для файла что есть? Открыть файл, прочитать файл, записать файл, установить указатель файла, закрыть файл. Все. То есть вот у нас мы абстрагируемся. А какой это файл на самом деле, будет все зависеть от конкретной среды. Это может быть файл на диске, может быть файл в памяти, ну для ускорения быстродействия. Это может быть файл
на каком-то особом диске, не знаю. Ну, типа по сети, то есть можно вот на локальном диске, можно на сетевом диске, а это абсолютно разные как бы операции. Ну, в деталях реализации, детали реализации будут отличаться, но когда мы абстрагируемся, без разницы. У нас есть набор, это что такое было? Блин, это получается я... Я, получается, сейчас на одно очко дальше, да? Значит, мне надо... Блин, опять на 9. Надо на 8 отойти очков. И тогда... Вот 7. И 1. Во. Итак, представляете в форме абстрактных типов данных распространенные низкоуровневые типы данных. 5. О. Блин. Обычно при обсуждении абстрактных типов данных речь идет о представлении в форме абстрактных типов данных популярных низкоуровневых типов данных. Как вы могли заметить по предыдущим примерам, в форме абстрактных типов данных можно представить стек, список, очередь и почти любой другой популярный тип данных. Спросите себя, что представляет этот стек, список или очередь. Если стек представляет набор сотрудников, рассматривайте абстрактный тип данных как набор сотрудников, а не как стек. Если список соответствует набору счетов, рассматривайте его как набор счетов. Если очередь представляет ячейки электронной таблицы, обращайтесь к ней как с набором ячеек, а не как обобщенные элементы. Используйте как можно более высокий уровень абстракции. Представляйте в форме абстрактных типов данных часто используемые объекты, такие как файлы. Большинство языков включают несколько абстрактных типов данных, которые известны всем программистам, но не всегда воспринимаются как абстрактные типы данных. В качестве примера приведем операции над файлами. При записи данных на диск операционная система... Чё, убил? Фу, блин. Мне 4 жизни осталось. С этим самогонным аппаратом, блин. Надеюсь, тут больше никого нету. Так вот, при записи данных на диск... Блин! Да ладно, иди, короче, я буду убегать, я сейчас перейду там. Давайте, вот я его выманю сюда, а потом уйду и зайду с другой стороны откуда-то. Так вот, при записи данных на диск операционная система избавляет вас от забот, связанных с позиционированием головки записи. С позиционированием головки записи, чтением и записи, выделение новых секторов на диске при заполнении старых и интерпретация непонятных кодов ошибок. Операционная система предоставляет первый уровень абстракции и соответствующие ему абстрактные типы данных. Высокоуровневые языки предоставляют второй уровень абстракции и абстрактные типы данных для этого уровня.
Высокоуровневые языки скрывают от вас детали генерации вызовов операционной системы и работы с буферами данных. Они позволяют рассматривать область диска как файл. Так, я сейчас, наверное, знаете, что сделаю? Я сейчас побегу, куплю все-таки еще, может быть, у кого-то стимулятор или еще что-нибудь, потому что это печально. Блин, 350, да вы издеваетесь. 100. Как это все? 136. Давай вот это все продадим. 166. Блин, мне не хватает, походу. 287. 322. 357. Так, 3 крышки забираем. 3. Потому что надо подлечиться, иначе я не переживу. Блин, всего лишь 16 жизней. Ну да ладно, это получше. Абстрактные типы данных можно разделить на уровни аналогичным образом. Ну, как с файлами, вот пример с файлами. Хотите использовать абстрактные типы данных на уровне операций со структурами данных? Прекрасно, но поверх него можно создать и другой уровень, соответствующий проблеме реального мира. Представляете в форме абстрактных типов данных даже простые элементы. Так, они там где-то даже... Не-не-не-не-не, иди сюда. Так, вот я вижу, ножик валяется. Метательный нож. Так, а как тут... Как сюда зайти? Блин, где-то... А, вон дверь. Давай. Так, представляете в форме абстрактных типов данных даже простые вещи. Да, даже простые элементы. Для оправдания использования абстрактных типов данных не обязательно иметь гигантский тип данных. Одним из абстрактных типов данных в нашем списке был такой пример, как фонарь, поддерживающий только две операции – включение и выключение. Вам может показаться, что создавать для операции «включить» и «выключить» отдельные методы слишком расточительно. Однако, на самом деле, абстрактный тип данных выгодно использовать даже в случае самых простых решений. Операций. Представление фонаря и его операций в форме абстрактного типа данных облегчает понимание изменения кода, ограничивает потенциальные следствия изменений методов turn light on и turn light off и снижает число элементов данных, которые нужно передавать в методы. Так, и теперь мне надо вот это, походу, этот самогонный аппарат. Ну, это все дело делается вот так вот. Берем дровишки, использовать и используем на самогонном аппарате. Судя по всему, теперь брага отлично перегоняется. Но у меня еще вторая вязанка дров есть. Так. Ну, тогда пусть будет. Что ли? Пусть тогда лежит. Может, что-то еще надо будет сделать. Блин, а давайте еще, что делать? Бежать обратно или... А вдруг я сейчас... Не. Так, пип-бой, есть у меня статус? Кламот. Заправить самогонный аппарат. Так я заправил. Аррой. Найти торговца Вика, ладно.
Надо ли вторые дрова использовать? Давайте я попробую. А, больше нет места. О, нормально. Значит, мне дрова, может быть, где-то пригодятся. А, значит, валим отсюда. Валим, валим побыстрее. Это что? Камни. Обращайтесь к абстрактным типам так, чтобы это не зависело от среды, используемой для его хранения. Допустим, ваша таблица страховых тарифов настолько велика, что ее нужно всю хранить на диске. Ну, всегда нужно хранить на диске. Вы могли бы представить ее как файл тарифов, RAID файл, и создать такие методы доступа, как RAID файл read. Однако, ссылаясь на таблицу как на файл, вы сообщаете о ней больше информации, чем следовало бы. Если вы когда-нибудь измените программу так, что таблица хранилась в памяти, а не на диске, код, обращающийся к ней как к файлу, станет некорректным и начнет вызывать замешательство. Поэтому старайтесь присваивать классам и методам доступа имена, не зависящие от способа хранения данных, и обращайтесь не к конкретным сущностям, а к абстрактным типам данных, таким как таблица страховых тарифов. В нашем случае класс и метод доступа следовало бы назвать RAID Table и метод Read или просто Raids. Ну, класс назывался бы Raids и точно так же метод Read. И в этом случае мы общаемся с таблицей как с абстрактным типом данных. То есть метод read читает. А откуда он читает на самом деле? Из файла, из сети и еще откуда-то-нибудь там с космоса уже нас не волнует. Спасибо за помощь. А, вот, все, вот он дал мне 50 баксов. Да не за что, Боб. Всегда, пожалуйста. Я тут только для того, чтобы вам помогать. В бродячих духах есть ущелье. Ух ты. Прямо к западу от города есть ущелье. Так вот, однажды там было это. Ладно. Сохранимся. Я 15 единиц кармы получил. В первом Fallout что-то там так карма такая. Одна единица, там две. О, карма 52. Девственник пустоши, ничего себе. Понятное дело. Так, ладно. Растение двое. Так, идем вот тогда дальше. Итак, работа с несколькими экземплярами данных при использовании абстрактных типов данных в средах, не являющихся объектно-ориентированными. Тоже, да, так интересный такой вопрос. Так, объектно-ориентированные языки автоматически поддерживают работу с несколькими экземплярами абстрактных типов данных. Если вы использовали исключительно объектно-ориентированные среды, и вам не приходилось реализовывать поддержку работы с несколькими экземплярами данных, можете положиться на свою удачу. Если вы программируете на языке C, или в другом языке, не являющемся объектно-ориентированным, поддержку работы с несколькими экземплярами данных нужно реализовать вручную. Ух ты, что это такое? Ты любишь детей, что ты придолбался? Так, тут, в принципе, поболее всякого шматья можно понаходить. Кости. Так вот, идем дальше. В целом, это значит, что вы должны создавать для абстрактных типов данных сервисы создания и уничтожения экземпляров данных. И спроектировать другие сервисы абстрактных типов данных так, чтобы они могли работать с несколькими экземплярами. То есть, если это там язык C,
да, то у нас там ООП нет и не пахнет. И, соответственно, вот в объектно-ориентированных языках мы что делали? Вот с тем же шрифтом. У нас был класс какой-то current font, ну или font. А current font это был объект этого класса. И у этого класса мы там красавчики создавали функции. Установить этот шрифтом жирным, нежирным, ну и все такое. Вот, это мы делали. Но в языке C так не получится. Ну как, получится, только надо дополнительно делать. Создавать что? Создавать функции, которые будут инициализировать шрифт. Ну, к примеру, в объектно-ориентированном языке это у нас за это отвечает конструктор, за уничтожение деструктор и так далее. Но в языке C такого нет. Соответственно, нам надо добавлять как минимум две функции, в которую передавать уже набор данных. И эти две функции как раз будут выступать вместо конструктора и деструктора. То есть, к примеру, там create font и delete font. То есть, но в принципе, как бы даже в необъектно-ориентированном языке программирования абстрактные типы данных можно использовать. Просто добавляется чуть больше писанины и работы. Так, зайду-ка я сюда. Что у нас тут? Ох ты! Я, наверное, сохранюсь. Вот тут роботы, у меня точно никаких вариантов нет. Если он вдруг надумает со мной драться. Да, а он драться со мной надумал. А, кстати, у него мало ходов. Труп солдата анклава. Тогда я попробую просто подойти. Блин, тут ничего нету. А этого я могу? Могу. Давай я тут постою, подожду, как ты пойдешь. Вот так, молодец. О! Желтая карта, только нафига она мне? Так. Что-то я тут особо ничего полезного не нашел. Больше тут ничего нету, а? Вроде бы больше я ничего тут не могу взять. Я взял только эту карточку. Ну да ладно. Валим отсюда. Отсюда валим, 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 валим. Потом надо будет этого робота прийти и... А тут ниже ничего нет. Ну хорошо. Карточка. Карточка это хорошо. Куда-то она мне нужна будет. Так, ладно, идем дальше. Абстрактные типы данных лежат в основе на концепции классов. В языках, поддерживающих классы, каждый абстрактный тип данных можно реализовать как отдельный класс. Однако обычно с классами связывают еще две концепции – наследование и полиморфизм. Можете рассматривать класс как абстрактный тип данных, поддерживающий наследование и полиморфизм. Ну и тут у нас что у нас тут дальше? Качественные интерфейсы классов. Так. Ну это лучше, конечно же. Лучше же, конечно же, вам вживую это увидеть, потому что это зачитать уже, можно сказать, нереально. Кстати, подождите, вот есть и вот есть еще выход. Давайте-ка я сбегаю. Я там еще в одной локации не был. Так, а что тут можно зачитать в книге? А дальше. Потому что куски кода зачитывать, ну, это занятие такое себе. Я
Это что такое? Где тут карта? Нет, я вот здесь был. Это вход. Так. Вот здесь же я был, да? Блин. Ладно, попробуй сюда. О, все, во, нормально. Городок трапперов. Сохраняем. Трапперы, это, как я говорил, это такая организация. Организация. Ну, в принципе, не знаю. Может быть, еще раз. Ну, я вкратце, да, сказал. То есть, это после Великой войны многие виды животных мутировали в новые, иногда весьма опасные формы. Мало пострадавшая область вокруг Кламата стала настоящим раем для гекконов и ратскорпионов и разнообразных видов крыс, что, естественно, было проблемой для живущих в нем людей. Но каждая проблема имеет свое решение. И постоянно сталкиваясь с хищниками, люди учились охотиться на них. И со временем охотники Кламата сформировали свою фракцию, которая постепенно разрасталась и набирала силу. В 2241 году трапперы – самая большая организация в Кламате и его окрестностях, с которой считаются даже рейдеры и работорговцы. Так, и вот я пришел к ним. И что у нас тут есть? Машины какие-то. Вниз идти нельзя. Так, ладно, попробую я продолжить дальше книгу, да, вот зачитывать эту. Куски кода это все пропускаем. Так, и что у нас тут дальше? Ага. Так, ну тут что-то вот говорится про открытые методы. Типа, если представить открытые методы класса как люк, предотвращающий попадание воды в подводную лодку, несогласованные открытые методы – это щели. Ага, это щели. Вода не будет проникать через них так быстро, как через открытый люк. Но позже, когда лодка все же потонет. Но позже лодка все же потонет. На практике при смешении уровней абстракции именно это и происходит. По мере изменений программы, смешанные уровни абстракции делают ее все менее и менее понятной, пока в итоге код не станет совсем загадочным. Но тут, скорее всего, имеется в виду... сейчас, подождите-ка. Имеется в виду, что... делать открытыми методы не все надо и немного их надо делать. Нужно, скорее всего, минимизировать это все. Так, а что тут? О, тут, в принципе, места хватает. Хорошо. Так, ладно. Насколько помню, тут, по-моему, где-то. Ладно, идем сюда. Так, убедитесь, что вы понимаете, реализацией какой абстракции является класс. Некоторые классы очень похожи. Поэтому при разработке нужно помнить. Нужно понимать, точнее, какую абстракцию должен представлять его интерфейс. Однажды я работал, Стив МакКоннелл, работал над программой, которая должна была поддерживать редактирование информации в табличной форме. Сначала мы хотели использовать простой элемент управления, grid, в переводе сетка. Но доступные элементы управления этого типа не позволяли закрашивать ячейки ввода данных в другой цвет. Поэтому мы выбрали элемент управления spreadsheet, электронная таблица, который такую возможность поддерживал. Элемент управления электронная таблица был гораздо сложнее сетки и представлял около 150 методов в сравнении с 15 методами сетки. Так как наша цель заключалась в использовании сетки, а не электронной таблицы, мы поручили одному программисту написать класс-оболочку, который скрывал бы тот факт, что мы подменили один элемент управления другим. Он поворчал по поводу ненужных затрат и бюрократии.
Ушел и вернулся через пару дней с классом оболочкой, который честно предоставлял все 150 методов электронной таблицы. Но нам было нужно не это. Нам требовался интерфейс сетки, инкапсулирующий тот факт, что за кулисами мы использовали гораздо более сложную электронную таблицу. Программисту следовало бы предоставить доступ только к 15 методам сетки и еще одному 16 методу, поддерживающему закрашивание ячеек. Открыв доступ ко всем 150 методам, программист подверг нас риску того, что после нескольких изменений реализации класса нам в итоге придется поддерживать все 150 открытых методов. Он не смог обеспечить нужную нам инкапсуляцию и проделал гораздо больше работы, чем стоило. В зависимости от конкретных обстоятельств, оптимальной абстракцией может оказаться как сетка, так и электронная таблица. Если приходится выбирать между двумя похожими абстракциями, убедитесь, что выбор правилен. Так. Так, что он тут? Ты не знаешь, где... Мне хотелось бы получить этот ключ. А, подожди, что она... Кроме одного. А, во. Тебе нужен городка. Зачем он тебе? Я хочу помочь вам разобраться. Что ж, хорошо, вот тебе ключ. Так, получается, что мне надо? Мне надо с крысами, да, разобраться вроде. Или где? Статус. Кламат. Убить Пинки, да, короля, вот. Ну, давайте-ка я до выздоровления подремаю. И пойдем, в принципе, попробуем поубивать этих крыс. Я не думаю, что это будет слишком сложно, потому как у меня много очков действий. Я могу делать один удар, как с этими гекками, и отступать. Вот. Давайте я сохранюсь. Потому что хотелось бы все-таки взять сейчас уровень, и идти дальше. Так, открыл, а это заперто. Вот, походу, сюда-то ключ мне и надо. Ага, вот так. Я отпираю дверь. И давайте ее... А как ее закрыть? Ну, мы же пообещали, что закроем. Так, так. Так, ладно. Предоставляйте методы вместе с противоположными им методом. Большинство операций имеет соответствующие противоположные операции. Если одна из операций включает свет... Вам, вероятно, понадобится и операция, его выключающая. Так, сейчас. 5 сек. А вот эта дверь, да, походу? Вот она. Так, так. А кто это? А, стул, блин, нифига себе. Если одна операция добавляет... Эй, сейчас, 5 сек, подождите. Ну, пушки, а где тут дверь? А, вот дверь. О. Так вот, если одна операция добавляет элементы в список, элементы, скорее всего, нужно будет удалять. Если одна операция активизирует элемент меню, вторая, наверное, должна будет его деактивировать. При проектировании класса проверьте каждый открытый метод на предмет того, требуется ли ему его противоположность. Создавать противоположные методы, не имея на то причин, не следует. Но проверить их целесообразность обязательно нужно.
Убирайте постороннюю информацию в другие классы. Иногда вы будете обнаруживать, что одни методы класса работают с одной половиной данных, а другие с другой. Это значит, что вы имеете дело с двумя классами, скрывающимися под маской одного. В этом случае разделите их. Кстати, очень дельный и нужный совет. Иногда бывает и такое. Класс такой, бывает очень здоровенный класс, который на самом деле можно разделить на несколько подклассов. Потому что очень огромные классы, это сложно. Сложно поддерживать их и все такое. Да блин, крысы вы. Ах ты, крыса. Давай, давай, давай. На тебе. А почему? А как мне рукой бить? Я же до этого бил как-то рукой. И три удара мог делать. Какая-то фигня. Может быть из-за того, что у меня в руке что-то тут. А как мне переключить удары? А, вот. Это одна пустая ячейка рукой, а вторая ногой. Все, я понял. Так, ладно, я сохранюсь. По мере возможности делайте интерфейсы программы, а не, делайте интерфейсы программными, а не семантическими. Каждый интерфейс состоит из программной и семантической частей. Первая включает типы данных и другие атрибуты интерфейса, которые могут быть проверены компилятором. Вторая складывается из предположений об использовании интерфейса, которые компилятор проверить не может. Семантический интерфейс может включать такие соображения, как метод А должен быть вызван методом Б. Метод А должен быть вызван перед методом Б. Или метод А вызовет ошибку, если переданный в него элемент данных 1 не будет перед этим инициализирован. Семантический интерфейс следует документировать в комментариях. Но вообще интерфейсы должны как можно меньше зависеть от документации. Любой аспект интерфейса, который не может быть проверен компилятором, является потенциальным источником ошибок. Старайтесь преобразовывать семантические элементы интерфейса в программные, используя утверждения assertions. Ну, в разных языках программирования, я думаю, есть такая штука, как assert, или иными способами, которые вот эти assert могут возбуждать всякие ошибки, или окна, или исключения бросать. Если в процессе работы, ну, короче, что-то идет не так, ну, не те данные. То мы сразу, если мы видим срабатывание этого ассерта, мы сразу понимаем, что какие-то пришли не те данные. И мы сразу можем это исправить. То есть, не смотря лог файл и не контролировать все этапы, правильные данные, неправильные. Ну, короче, почитайте, что такое ассерты. Сегодня не об этом. Так, померла Мишка. Так, не включайте в класс открытые члены, плохо согласующиеся с абстракцией интерфейса. Добавляя новый метод в интерфейс класса, всегда спрашивайте себя, согласуется ли этот метод с абстракции, формируемой существующим интерфейсом. Если нет, найдите другой способ внесения изменения, позволяющий сохранить согласованность абстракции. Вот это я уже тупанул.
Рассматривайте абстракцию и связанность вместе. Понятие абстракции и связанности тесно связаны. Интерфейс класса, представляющий хорошую абстракцию, обычно отличается высокой связанностью. И наоборот, классы, имеющие высокую связанность, обычно представляют хорошие абстракции. Хотя эта связь выражена слабее. Стив МакКоннелл обнаружил, что при повышенном внимании к абстракции... А где крысы? А, вот. При повышенном внимании к абстракции, формируемой интерфейсом класса, проект класса получается более удачным, чем при концентрации на связанности класса. Если вы видите, что класс имеет низкую связанность и не знаете, как это исправить, спросите себя, представляет ли он согласованную абстракцию. Да блин. Тут ничего нету. Там, походу, он, я увидел какой-то спуск. И там, походу, королят крыс. О, ну, время сохранится. Сколько мне до уровня следующего? 400-340. Ладно, 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 ладно. Так. Ну, уже больше часа пишет. И... А что тут по книге? А по книге тут... Тут... Ну, ладно. Чуть продолжу. Сегодня чуть затянется, но... Хочу где-то сделать логическое завершение, да? Тут что-то про инкапсуляцию, которую мы уже, мы уже обсуждали. Итак, минимизируйте доступность классов и их членов. Минимизация доступности – одно из нескольких правил, поддерживающих инкапсуляцию. Если вы не можете понять, каким делать конкретный метод открытым, закрытым или защищенным. Некоторые авторы советуют выбирать самый строгий уровень защиты, который работает. Ну, в данном случае это Мейерс, Скотт Мейерс советует. По-моему, это прекрасное правило, но мне кажется, что еще важнее спросить себя, какой вариант лучше всего сохраняет целостность абстракции интерфейса. Если предоставление доступа к методу согласуется с абстракцией, сделайте его открытым. Если вы не уверены, скрыть больше обычно предпочтительнее, чем скрыть меньше. Ну, тоже верно. Если особо не уверены, ну, кстати, есть такой подход, то скройте. А потом в ходе разработки вы поймете, нужен ли этот метод или функция открытой, или нужна, или не нужна. На тебе. Не делайте данные члены открытыми. Предоставление доступа к данным членам нарушает инкапсуляцию и ограничивает контроль над абстракциями. Ну, то есть имеется в виду, у вас есть класс и члены там какие-то, типа X, Y и Z. Так вот, вот эти данные, это члены класса, это данные, их нужно обязательно скрывать. Так как никому не мешают, где-то использовал объект вашего класса, написать там, грубо говоря, точечку и изменить эти данные. И об этом ваш класс даже не узнает, что кто-то изменил данные. И данные это могут быть некорректные. И эта некорректность приведет к тому, что программа не работает, либо работает неправильно и все такое. Поэтому для этого нужно все скрывать. А потом для доступа к ним уже использовать функции, если нужно. Опять-таки не надо, если вы пишете x, y и z, сразу же писать функции setx, sety и setz. Типа вы сразу создаете три открытых метода или функции. И далее вы еще пишете getter, getY, getX и get
z. Еще 3, и вместе получается 6. И вот у вас уже аж целых 6 функций уже открытых. Тут надо спросить, надо ли или нет. Вы можете их скрыть, да и все. А если надо будет, то сделаете. А в этом случае, если вам надо будет и x, и y, и z, то тогда, может быть, следует подумать над тем, что вот эти x, y и z объединить в какую-то абстракцию. Возможно, это координаты. Так? Если это координаты, создать еще один класс, который будет там, ну, как-то его назвать, координаты или еще что-нибудь. Соответственно, который будет в себя включать только вот эти вот данные, x, y и z. То есть... В этом случае можно сказать, вы еще создаете еще один уровень абстракции, более низкий. Ну, что-то типа такого. Итак, избегайте использования дружественных классов. Ну, это мы не будем. Так, сейчас я хочу до логического конца дойти. Вот, сейчас... Вы уж потерпите, уже больше часа, но не делайте методы открытыми лишь потому, что они используют только открытые методы. То, что метод использует только открытые методы, не играет особой роли. Лучше спросите себя, согласуется ли представление доступа к данному методу с абстракцией, формируемой интерфейсом. Оцените легкость. Так, что тут? Вроде ничего нету, да? Так, цените легкость чтения кода выше, чем удобство его написания. Даже во время первоначальной разработки... Так, даже во время первоначальной разработки программы код приходится читать. Гораздо чаще, чем писать. Выгода от подхода, повышающий удобство написания кода за счет легкости его чтения, обманчива. При разработке интерфейсов классов это справедливо вдвойне. Даже если метод плохо согласуется с абстракцией интерфейса, иногда так и тянет его включить в интерфейс, чтобы облегчить работу над конкретным клиентом класса. Однако это первый шаг к беде, и о нем лучше даже не помышлять. Очень-очень настороженно относитесь к семантическим нарушениям инкапсуляции. Когда-то мне казалось, что научившись избегать синтаксических ошибок, я обрету покой. Но вскоре я обнаружил, что это просто открыло передо мной дверь в мир совершенно новых ошибок, большинство которых диагностировать и исправлять сложнее, чем синтаксические. Аналогичные отношения имеют место между синтаксической и семантической инкапсуляцией. С точки зрения синтаксиса, не совать нос во внутренние дела другого класса относительно легко. Достаточно просто объявить его внутренние методы и данные закрытыми. А достичь семантической инкапсуляции гораздо сложнее. Вот несколько примеров того, как вы можете нарушить инкапсуляцию семантически. Так, сейчас я сохранюсь. Решить не вызывать метод initialize operation класса A, потому что метод perform first operation класса A вызывает его автоматически. Не вызывать метод DatabaseConnect перед вызовом метода EmployeeRetrieveDatabase, потому что вы знаете, что при отсутствии соединения с базой данных, метод EmployeeRetrieve его установит. Не вызывать метод Terminate класса A, так как вы знаете, что метод PerformFinalize, Final Operation класса A его уже вызвал. Использовать указатель или ссылку на объект, созданный объектом А, даже после выхода объекта А из области видимости, потому что знаете, что объект А хранит объект Б в статическом хранилище, вследствие чего объект Б все еще будет корректным.
Использовать константу maximum elements класса B вместо константы maximum elements класса A. Потому что знаете, что они имеют одинаковое значение. Со всеми этими примерами связана одна и та же проблема. Зависимость клиентского кода от закрытой реализации класса, а не от его открытого интерфейса. Каждый раз, когда смотрите на реализацию класса, чтобы узнать, как его использовать, вы программируете не в соответствии с интерфейсом, а сквозь интерфейс в соответствии с реализацией. Программирование сквозь интерфейс разрушает инкапсуляцию, а вскоре к ней присоединяются и абстракции. Если исключительно по документации интерфейса разобраться с использованием класса не удается, изучение реализации класса по исходному коду не будет грамотным решением. Это хорошая инициатива, но плохое решение. Вы поступите правильно, если свяжетесь с автором класса и скажете ему: «Я не могу понять, как использовать этот класс». Автор класса поступит правильно, если не ответит вам, а изучит интерфейс, изменит соответствующую документацию, зарегистрирует файл в общих исходных кодах проекта и скажет: «Посмотрите, поймете ли вы работу класса сейчас». Желательно, чтобы этот диалог происходил в самом коде интерфейса, так как он будет сохранен для будущих программистов. Если диалог будет происходить исключительно в вашем уме, это внесет тонкие семантические зависимости в код клиентов класса. Если же он будет межличностным, выгоду сможете извлечь только вы и больше никто. Это некрасиво. Остерегайтесь слишком жесткого сопряжения. Сопряжение характеризует силу связи между двумя классами. Как правило, чем сопряжение слабее, тем лучше. Из этого можно вывести несколько общих правил. Минимизируйте доступность классов и их членов. Избегайте дружественных классов, потому что они связаны жестко. Делайте данные базового класса закрытыми, а не защищенными. Это ослабляет сопряжение производных классов с базовыми. Не включайте данные члены в открытый интерфейс класса. Остерегайтесь семантических нарушений инкапсуляции. Соблюдайте правила Диметры. Ну, это правило чуть позже будет, но уже его начинайте соблюдать. Сопряжение идет рука об руку с абстракцией и инкапсуляцией. Жесткое сопряжение наблюдается при неудачной абстракции или нарушениях инкапсуляции. Если класс предлагает неполный набор услуг, другие методы могут попытаться прочитать или записать его данные непосредственно. Это открывает класс, превращая его из черного ящика в прозрачный, и практически устраняет инкапсуляцию. Фух, вот теперь все. Ну, как бы тут логическое завершение можно сделать. Главы. В следующем видео мы продолжим. И у нас там будут вопросы проектирования и реализации. Вот, то есть тут кода нет. Можно будет вот так вот, не спеша подсчитывать. И дальше после этого будут разумные причины создания класса. Почему, что, зачем, тоже без каких-то кусков кода. Потом аспекты специфические для языка и так далее. То есть в целом тут все будет нормально. И в будущем я, конечно же, буду просматривать то, что я буду собираться зачитать. Если там будет много кода,
то я это включать не буду. А как-то это будем обходить. Либо уже сразу новую главу. Ну, а здесь я взял уровень. И надо что-то выбрать. Вор. Ваших воровская кровь. Владимирский централ. Ветер северный. Этапом из... Откуда там? Ну, откуда-то, короче, этапом он ехал. Ладно, говорю, не надо. Вы научились вести содержательный диалог. Не понимаю, о чем речь. Нет, здесь и сейчас. Благодаря вы немедленно получаете еще один уровень опыта. О, мастер Камасутры. Да ну нафиг. Наблюдательность. Не, не. Вот здесь и сейчас. Джинь. И я получил, типа, еще один уровень. И что? А, вот, все, 30. Теперь я могу тут неплохо прокачать. И что бы мне прокачать? Красноречие, давайте, до. Вот так вот. Без оружия. Давайте. 6. Вот. А, смотрите, те, что я выбрал изначально, каждый мой, ну, плюсик увеличивает на 2. Потому что, вот, ну, не те умения, которые я изначально не выбрал, да, там, ну, в самом развитии, то там где-то когда 80 уже процентов, то там на плюс 1 увеличивается, а иногда даже надо вот тут 2 плюсика нажать, на, чтобы увеличить на плюс 1. Ого, какие-то тормоза. Если сейчас проблемы со звуком, то что-то задумался компьютер очень сильно. Так, вроде расчехлился. Так, без оружия есть, красноречие. Давайте я торговлю, наверное, еще увеличу. И давайте легкое оружие все-таки, потому что у меня скоро появится возможность стрелять. А это уже, ребятки... Ремонт. Ремонт не надо, мне взлом бы надо бы еще. Взлом прокачать. Так, ладно, давайте я торговлю еще даже. Не, нафиг, не надо мне торговля. Красноречие еще вот так вот. И взлом. Взлом, это, насколько я помню, точно пригодится, потому что надо будет всякие то двери, то еще что-то ломать. Ну, уже 4-й уровень, неплохо. И пойдем валить, ну, в следующем видео этого короля. Я тут заметил, тут есть еще один уровень, где-то лаз был. Лестница вела. Вот, так, сохраняйся. Ну, тут я крыс добью. Положу, и тут где... А, вот, вот этот лаз, вот он. То есть я сразу возле него стану. И в следующем видео мы продолжим. Так, еще раз туда сохранюсь. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.